И всем привет, меня Александр Навас, и сегодня я играю в редактор Far Cry 5, уничтожение домов номер 5. И сегодня я прохожу ту миссию, на которой мы закончили. Как кто помнит, кто смотрел тот видеоролик прошлый, прошлую часть вы можете посмотреть там, в видеороликах. В общем, в прошлой части я ехал на тросе, и в общем, я не долетел до небоскреба. И, видимо, как по сюжету этой миссии, я, в общем, упал. И то, что сейчас будет происходить, я сам не знаю, поэтому... Перед просмотром данного видеоролика, сверните видосик, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Ну, а я начинаю. Штурм! Так. Эвакуация. Достигните зоны эвакуации. Так. Это кто? Здесь всегда много дичи. Так. Это куда идти надо? Окей. Что, за ними бежать? Не, ну как бы, я не знаю. Это враги, так что давайте с ними как-нибудь по-другому. Оружия у нас нету. В общем, если мы от них отбегаем, они нас, короче, убивают. Ну, кто будет проходить миссию, так что знаете. Тут уже не по времени, то есть мы можем бежать с ними. Да, и наш главный герой раненый, так что, возможно, при первом попадании пули, возможно, мы проиграем. Ну, не знаю, так стоим. Главное от них не отходить. Потому что если мы отойдем, они начнут по мне стрелять, а это не очень-таки круто. Так что нет, лучше не надо. Так, можно осмотреться. Да что здесь осматриваться, здесь нифига нету. Туман, я даже не знаю, убежали они. Давайте я где-нибудь здесь побегу. Здесь буду бегать. Чем больше калибр, тем лучше. Надо бы затариться. Ну так буду бежать и все. То есть впереди один и сзади один. Потому что если я хоть чуть-чуть там, не знаю, заторможу, то они начнут по мне стрелять. А это мне не нужно, потому что у них автоматы, а я не смогу убить двоих. Я уже проверял, ребят. Потому что они сразу убивают. Так что лучше не надо. Как бежим, вот. Стоп, остановились. Тут они... Патронов вечно не хватает. Это точно. Так, а вот это вот была как бы немного... такая фигня, которую они сказали про патроны, то что их не хватает. И это действительно будет так. Ну да ладно, побежали. Так. То есть пока что все норм, он бежит и... Я не знаю. Как-нибудь поохочусь на пуму. Прости, че-то я тут про охоту замечтался. Так, и прибежали мы к дому. Охренеть. Дом какой-то. Так, и чё, куда? Заходить? Что за чёрт? Окей. Как знаете, в хоррорах, в играх? Чё, куда идти мне? Показывает индикатор то, что если я тут что-то неправильно сделаю, то меня тут завалят просто. Ладно, пошлите. Там говорят, что нам сюда надо. Куда, в эту дверь? Она закрыта, она не открывается. Так. Там кто-то стреляет. Прикройте! Я на лет! Хорошо! Так. Ты слаб! Продолжай! Так. Так, одного завалило, как вот он заглючил. Твою мать. Там какая-то стрельба началась. Нифига не понятно, что происходит. Тут вообще какая-то клетка. Клетка, не выйти, вообще не выбежать. Там есть.
А как мне выйти-то обратно? Лучше пойти проверить. Че, у меня не оружие, ничего, у меня только это труба какая-то. Как мне выйти? А, ну да, труба. Вот. Труба нормальная. И чё, куда? Тут все, тут лута нету никакого. Так. Ладно. Погнали. Только тихо. Эти двое стоят, смотрят. А чё, меня они валить не собираются, не? Ну все, время пришло. Давайте потише как-нибудь. Так. Не знаю, может пройти вот так вот. Чего вы меня не стреляете? Стоят, смотрят на меня что-то. Заглючили что-то. В кого они стреляют-то? Давайте проверю. Тут закрыто. Это так просто? Пошел, пошел, пошел! Давай! Тихо. Давайте вернемся. Тихо. Там кто-то есть. Так. Меня запалили. Тихо. Так. Тихо. Одного завалил, патроны есть. Так. Так, одного завалил. Блин, еще кто-то выбежал. Тихо. Так, тихо. Там еще выбегают какие-то парни. Тихо. Тихо, 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 тихо. Че, у меня не регенерируется, что ли, ничего? А, не, регенится. Патроны не надо терять, а то у меня их мало. Тихо. Пистолет. Прикол. Погнали. Так. Так, одного завалил. Так. Так, тут двое сидят тогда. Так. Ну двоих, значит. Так. Сейчас все будет. Значит. Раз. Что еще? Это и еще два. Так, двоих убил. Так. И что, кто там еще? Можно как-нибудь в дверь в эту войти вообще, не? Нельзя? Охренеть. Так, ладно. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тут какие-то перестрелки уже начинаются. Так, патрона еще достаточно, давайте. Это последний? Кто-то, как, кто-то у нас союзник был. Автомат есть. Пистолет, автомат. Прикольно. Патроны есть? Так. Еще один. Ну тебе конец. Это, надеюсь, последний был? Давайте проверим. Так. Тут закрыто.
Откуда они вылезали тогда? Везде закрыто, вот окно. Разбитое только. Ладно. Тут все точно. Ладно, побежали. Точно все, я не знаю. Может здесь лут какой-то? Тут вообще нифига нету что-то. Главное, меня не завалили и все. Или что, дырка какая-то. Что-то здесь странно. Или надо подождать, или я не знаю. Да пофиг, ладно. Побежал я. Что-то здесь странно, я не знаю. Здесь показано, что что-то есть. Ладно, давайте выбежим, может здесь что-то есть. Дверь открытая, так. Автоматы. Что показывает есть? Какой лут есть? Покажите мне лут. Пистолет. Все. Тут никого нету. Так, еще один убитый. Ладно. Бежали обратно. Теперь, наверное, можно до зоны эвакуации бежать, потому что как бы те, которые меня, в общем, за мной шли, точнее, со мной шли вот эти два парня, и они же куда-то пропали. И, в общем, теперь я могу возвращаться туда, где я был. То есть сейчас я возвращаюсь туда, к этому зданию. Вот в чем прикол. Если бы я отбежал тогда и не пришел бы к этому дому, не убив этих всех врагов, то они бы меня убили. Что бы я ни делал, как бы я хоть одного бы я убил там, но второй всегда попадает, и даже с одной пули, но убивает меня. Как-то странно, я сразу уже добежал. Я думал, я дольше побегу. Ну да ладно. Ни одного деревца. Блин, зачем я патроны трачу, блин. У меня мушка что-то лаганула. Немножко, ну да ладно. Как бы ладно, я патроны. У меня есть патроны, у меня есть, значит, пистолет, у меня есть еще один пистолет. Так что патроны есть. Так, куда мне? В это здание, так, здесь еще одно здание просматривается. Я помню, я где-то залезал. А вот где я залезал, я не помню. Так, сюда. Где-то был небоскреб, я сюда бежал, здесь был... Вот он. Нет, это не тот. Здесь, в общем, какой-то город. Там вот небоскребы какие-то. Нам надо забраться на тот небоскреб, на котором мы были. Ну, кто смотрел прошлую часть, тот знает, где я на кошках прыгал, нужно было допрыгать. По времени надо было там. Так, тут нету. Вот на этом, наверное, нет? Да, здесь вот, кошка даже есть. Так. Побежали. Обратно тогда. Реплей. Кто не смотрел ту часть, вот как раз вот я вам показываю, что это было за часть. Опять нам дают залезть на кошках. Довольно-таки это интересно. Но зато здесь не по времени, и уже как бы можно здесь никуда не торопиться и спокойно залезать. Потому что, смотрите, вот времени нету, нифига нету. То есть спокойно залезаем. И видать опять туда же, где мы были. Надо забраться. Еще раз. Но насколько я знаю, теперь, не надо трос использовать, потому что он какой-то залаганный, он, я не знаю, или так задумано, или он реальный. Какой, ну, хотя нет, это было задумано. В общем, если я падаю с этого троса, то меня вот эти парни поймают. Странно. Так. Когда же я дойду до главного босса? Я вот уже думаю так, блин. Где главный босс? Потому что в видео, в самом видео, которое вот всегда там, ну, когда заканчиваю миссию, там показывают, что босс такой ходит, непонятный чел какой-то тоже, или кто, я не знаю, кто он, вестник, не вестник. В общем, чел какой-то ходит и говорит, и все говорит, как-то я всех здесь мочу на карте. Кто смотрел видео, кто, нет, точнее, кто проходил уже эти миссии,
тот знает. Что это за чел, я не знаю. Пишите свои ответы в комментариях. Так. 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 Так, ладно, сейчас доберемся. Так. Так. Ладно. Блин, как-то у меня прыгает он неправильно как-то. Ну да ладно, главное не падает. Нормально. Я никуда не тороплюсь, но все-таки хотел бы сразу залезть. Вот. Куда я уже забрался. Потому что это достаточно небоскреб какой-то огромный небоскреб. Вообще, сложно здесь забираться, потому что в любой момент можно. Этот трос может оборваться и будет не очень уж весело. Ну да ладно. Так. 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 Стой. Вот так вот. Все. Еще. Так. Так. Дальше. Прыгай. Так. И последний. Так, и как в прошлом видеоролике, давайте. С боком. Сбоку. Давайте. Боком. Как? Здесь боком-то надо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо. Сейчас же оборвется все нафиг. А как? Как это сделать-то? А, все. Еще. Давай. Тихо. Блин. Все. Так, надеюсь, здесь врагов. Враги, что ли, опять будет? Или что? Так. Странно, врагов нету. Ну да ладно. Враги здесь были, кто помнит. Но сейчас их нету. Горы, смотри, какие. Все в тумане как бы. А, вот, смотрите. Значит, вот дома, кто не видел. Те дома я тоже покажу. Тут особо такие нормальные, здесь тумана нету, так что я могу показывать, какие. Там, мы были там где-то. Но там, конечно, не видно, что там еще. Может, там еще что-то на карте есть. А здесь что-то не по. Вот. Там еле-еле так видно домик. Я не знаю, вам будет видно, нет? Там, короче, домик маленький такой. Тоже небоскреб считается. А горы красивые, нормально, то есть все. Ладно, погнали. Так, у меня есть автомат. Патроны есть. Так. И в смысле? А по-другому туда вообще никак? Может, здесь как-то можно по-другому? Блин, ну чё, я опять слазю, опять упаду. Конечно, и миссия заново начнется, конечно. Может, здесь есть другой какой-то способ, я не знаю, как-то, может, слезть? Да вряд ли, я не знаю. Ну чё, ребят, я не знаю, я переснимать что-то как-то не хочется, но все-таки да ладно. Я не знаю, прыгать, не прыгать, потому что, я не знаю, может, внизу что-то есть? Да вряд ли, я не знаю. Так, давайте, на счет три, я прыгаю. Давайте, раз, два, три. Поехал. Блин. Не так сделал, блин. Это все, это вообще пипец. Просто вот так вот ошибся, блин. Не так спрыгнул, все. Это вообще, это фейл. Как там надо было сделать? Давайте еще раз. Я хочу понять, как это сделать. Так. Так. Меня опять здесь не отпустят. Вот они стоят. Побежали. Опять тут целую кучу народов придется валить и долго бежать. Но дело не в том, что долго бежать. Долго лезть по этому небоскребу. Его еще надо найти. Это достаточно долго, и поэтому, блин, второй раз это перепроходить, это долго очень. Достаточно таки долгая миссия, не знаю, насколько она пойдет. Очень долгая миссия, странно вообще. Очень долгая миссия, ребят. Потому что если мы остановимся, они убивают меня. Если
я иду туда и убегаю как-то от них, все равно они меня убивают. Я не знаю, как они это делают, но они меня убивают. Но они очень медленно бегут, так что... Да они еще останавливаются, я не знаю. Но лучше с ними стоять, потому что если я от них отбегу, или побегу в сторону куда-то, они меня сразу убьют. И поэтому нет смысла куда-то убегать, у них можно посмотреть автоматы, но лучше не надо. Я не знаю, что будет, но все же ладно. Вот они побежали, и я побегу, ладно. Короче, я не знаю. Об охотнике, судят по снаряжению и по рукам. Побежали. Короче, прикол в том, что мы должны как-то на этом... Давайте я еще раз сейчас всех убью. Добегу до туда. Опять заберусь на этот небоскреб. И попробую все-таки нормально прыгнуть. И зацепиться за этот трос. Потому что что-то у меня не получилось как-то. Потому что я что-то упал. Ну да ладно. Надеюсь, у меня получится. Давайте. Где этот? А этот, смотрите. В таких дней стоит жить в округе Холм. Заткнись, наконец. Надо стоять к ним лицом, потому что если что, лучше отойти от них. Так, побежали. Это, видимо, они меня должны ждать. То есть, есть такие игроки, которые долго бегут? Или что? Ну, потому что это очевидно, то, что они ждут как будто меня. Они останавливаются на одном месте и ждут кого-то. Я не знаю, меня, не меня. Капец. Что они делают? Почему они стоят на месте, а потом продолжают бежать? Смотри, они смотрите, как странно теперь побежали. Ну, ладно. Давайте к ним... Вот, дом, это все. Бежали в дом. Все, эти убегают куда-то. Один, второй. Второй тоже убегает. Нам нужен дом. Здесь я времени не буду терять. Этот дом. Сразу побегу тогда. Именно к той фигне, которой мы были. Так, и забегаем. Убиваем этого чела. Так, берем биту. Так. Тихо. Что-то никого нету. Тихо. Посмотрю, что это. Наслаждайся, пока можешь. Я ради этого пропустил молитву. Тихо. Опять они начали стрелять. Так, битый. Люблю, когда враг кричит. Давайся, я иду за тобой. Пистолет? Давай. Пистолета нет. Открой. Зато я знаю, что на ужин. Черт. Моей мертвой жене скажи. А, вот пистолет. Тихо. Твою мать. Где здесь сесть-то? Бегаем. Кто-то стреляет. Тихо.
атаку! Тихо. Чисто. Так. Что-то смотрите, бегают. Я готов. Готов. Спокойно. Все, всех завалил. Заставит тебя увидеть правду. Так. Все. Всех убил. По-моему, все. На всякий случай возьму. Все, убиты. Точно все. Ладно, побежали. Ну что-то я сразу там первого, второго, третьего там битый кинул в него биту, в третьего вообще с одной пули, блин. Ой, в четвертого, то есть я имею в виду четвертого вообще одной пули убил. Ну они изичные, ребят. Они только, я не знаю, они хоть и с пистолетами, но они что-то изичные, их вообще очень просто убить. Так, у меня осталось только на трассе. Спрыгнуть. Давайте. Да, здесь еще долго бежать, конечно. Ну ладно. Хорошо, что здесь есть какой-то хотя бы понять, куда бежать. Так, мне надо куда? Вот этот дом. Мне нужен третий дом. Третий небоскреб, на нем кошки. Так. Так. Это раз. Давай, давай, давай. Ну хотя бы обследую карту. Что здесь все? В смысле, а где я тогда? Получается, сюда бежать, не? Нет, не сюда. Не понял. А где я? По-моему, я не туда прибежал. Так, это мне сюда надо прибежать. Допустим, ладно, бегу сюда. Что-то я потерялся, ребят, походу. Что вообще здесь, смотрите. Ну что, куда бежать, блин? Ладно. Из-за этого тумана я не знаю, куда бежать вообще. Сюда прибежал. Блин, как долго бежать вообще. Первый раз такую встречаю карту, где надо прям бежать. Здесь главное не сама, видать, игра, а именно бег. Здесь именно прикалывает, наверное, создателей то, что ты бегаешь там в тумане, нифига непонятно, куда бежать. Ты бегаешь с автоматом и ищешь выход вообще, куда бежать-то. Но так как я знаю, что надо добраться до кошек, потому что там у здания бегать, около здания, это нет смысла. Хотя я не знаю, не проверил. Опять потерял. Что такое? Потерял здание опять. Так. Побежали.
Это походу оно, если я правильно прочитал все. Нет? Куда я прибежал-то, ё? Пипец, куда я прибежал? Это вообще пипец, ребят, я потерялся. Хотел все сразу прийти, блин. Пройти, блин, вообще не пройдешь миссию. Так, вот этот дом, по-моему. Бежали. Вот, все. Наконец-то я нашел его. Давайте, все. В общем, сложность этой миссии. Вот почему она такая вот профи. Только профи у нее могут пройти. Не знаю. Тут дело не в том, то, что здесь в чем-то сложность. Тут дело в том, то, что именно сложность в том, найти эти дома, наверное. Я не знаю, почему меня показывает это. Видать, еще и эта фигня не должна показываться. Но так как у меня настройка, у меня показывает. Ну, типа карта, ну вы поняли. Чтобы вот это желтое показывалось. Потому что бегать вокруг дома, это вообще нет смысла бегать вокруг дома. Того. Здесь именно опять надо добраться до кошек, и через кошки уже добраться на крышу, и с крыши уже надо на тросе проехаться. Я не знаю, если я сейчас опять свалюсь неправильно как-то, я не знаю, то очень будет обидно, конечно. Но я должен пройти эту миссию. Она очень простая, по-моему, я не знаю, я с врагами тут не очень, конечно, сделано, но все равно очень хорошо сделано. Все-таки можно побегать, мне эта миссия нравится. Да, врагов мало, они какие-то туповатые враги, и проделаны они как-то не очень, именно в этой миссии не очень сделаны враги. Но все же то, что там, если ты убежишь, тебя убьют, я не знаю. Про это я не знаю. Про это как-то странно сделано, я ни у кого еще такой миссии не видел, сколько я проходил аркаду. В Far Cry 5. Я еще не видел таких миссий вообще ни у кого. Но эти миссии вообще хорошо сделаны. Мне нравится. И кстати, эта миссия вышла только сегодня. Так что вы не думайте, что это какое-то старье и сделано, ну, там, не знаю, там, в начале апреля. Нет, эти миссии сделаны только сегодня. Прям вот сегодняшний день я прям записываю, вот только что вот закачал, загрузил, все, они рабочие, я вот сейчас их прохожу. То есть по мне такие нормальные миссии, и от этого разработчика этих миссий я ожидаю следующей миссии, потому что я не буду на этом останавливаться в прохождении, потому что, видать, или это концовка, я не знаю. Видать, нет, это не концовка, так что, конечно, я буду продолжать проходить по редактору что-то. Так, мне сейчас интересно, что же там на той крыше. Вот интересно, с прошлой части, потому что меня так удивило, что я так свалился тупо. Я не знаю, или разработчик так хотел, или можно было как-то по-другому залезть сразу и все, и не начинать эту миссию. Так, все. Так, сразу, так вот. Еще. Так, все. Главное, здесь врагов нету, побежали. У нас есть единственная задача, уже которую миссию. Вторую миссию у нас есть одна и та же задача. Это залезть туда. Так, здесь врагов нету, я не знаю, давайте попробуем спрыгнуть. Если я опять зафейлюсь и упаду туда, я не знаю, я ее проходить не буду. Или же найду какой-нибудь другой способ. Так, трос, ну пожалуйста, ну не подведи меня, трос, пожалуйста. Пожалуйста, прыгни нормально, пожалуйста, я тебя прошу. Ёп. Чуть опять не свалился. Так. Тихо. Я сейчас просто тупо свалюсь опять, и я не знаю. Тихо, давайте я прыгну. Нет. Так, тихо. Раз, два, три. Все, нормально, хорошо. Вот так бы раньше. Так, тихо. А там враги какие-то? Твою мать, там враги. Ну, пожалуйста! Ура! Я попал сюда. Да ладно. Там враги какие-то ходят. Похрен на врагов. Я дошел. Как бы я сюда не свалился. Свалился еще. Смотрите.
Я сюда приперся, наконец-то, по этому трассу. Я пришел сюда. Вот это надо прям скрин сделать какой-то. Ребят, я добрался до этого места. Там какие-то враги, еще троих надо завалить. И можно доходить. Или можно просто дойти, чтобы они не видели. Ребят, я добрался. Это охренеть. Я прям рад очень. Давайте. Все-таки возможно добраться до сюда. И это была только задумка, наверное, что я должен упасть. Так, тихо. Давайте по-тихому. Это пулеметчик, что ли? Так, минус один. Так. Пошли в жопу. Я крутой. Так, все. Завалил сразу двоих. Этого пулеметчика сразу. Всех завалил вообще. Вот это я понимаю, концовка, ребят. Концовка миссии. Надеюсь, там никого больше не будет. Наверное, нет, не знаю. Нет. Задача выполнена. Все вы успешно скрылись. Охренеть. Ребят, мне эта миссия, честно, понравилась. То, что сначала вы должны поехать на машине, потом машина ломается, нужно убить всяких ангелов, всяких этих. Кто смотрел прошлую часть, это узнает. Потом нужно забраться на этот дом. По тросу как-то перебраться. И, в общем, прикол в том, что по тросу, когда перебираешься, ты как-то, в общем, падаешь. И, в общем, падаешь, и на этом миссия заканчивается. И сразу начинается следующая миссия, в которой меня ведут уже какие-то два врага, которые мы вот, в общем, в этой миссии убиваем. Мы сразу убиваем тех, кто был в доме, всех. И, в общем, даже заходим туда и убиваем. Ну, в общем, я не знаю. Миссия мне понравилась. В общем, я не знаю, что будет дальше. Сейчас нажму следующую миссию. Ну, а мы встретимся в следующей части. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Навасов. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал Навасов. Пишите комментарии под видео, если вы хотите увидеть эти прохождения этой игры. То обязательно напишите комментарии под видео, и я обязательно сниму новую часть. Ну и всем удачи, и всем пока.